Нет, он бежит за нами, Леня, он бежит за нами прямо с носом. Давай, 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 скорей! Мы должны от него убежать! Нет, нет, я больше не могу бежать! За 30 минут до этого. Лень, я тебе говорю, иди аккуратно и тихо, не издавай лишних звуков. Хорошо, понял, Владус, я все снимаю и записываю. Отлично, Ленчик, это хорошо, что ты взял с собой вот эту камеру дурацкую. О, мы уже, кажется, дошли до него, смотри. Так ты же дал мне ее. Ну да, неважно. Лень, смотри-ка, это тот самый колодец, о котором писали во всех новостях. Вот и он, заброшенный колодец в Майнкрафте. Страшно-то как. Согласен, Лень, страшно. Давай попробуем его открыть, только аккуратно, а? Да-да-да-да, Владус, давай, попробуй, открывай. Давай, раз, два. Лайк, ребята, поставьте за этот репортаж. Такого вы нигде больше не увидите, согласен, Лень? Да-да-да, ставьте лайки и открываем. Точно, давайте, ребята, раз, два, три, давай. Оп-оп-оп, аккуратненько открывается. Отлично, все получилось, Лень, упало. Ну да, есть такое. Ну это же люк, конечно, он упадет. Логично. Лень, давай аккуратно туда спустимся. О, это ты хорошую идею придумал. Ну-ка, если бросить туда факел, смотри, как это красиво выглядит. Лень, сейчас аккуратно цепляйся за стенку и ползем потихонечку. Смотри, не навернись только. Хорошо, Владус. Так, сейчас спускаемся, нормально держимся. И прыжок. Стоп, Лень, не прыгай. Лень, мы в закулисье. Вот это поворот. Нет, не хочу. Лень, 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 подожди, у меня есть блоки. У меня нет блоков. У тебя, может, есть блоки? Давай выберемся, попробуем, а? Не, у меня нету. Да в смысле, как нету-то? Эй, помогите кто-нибудь! Черт возьми, мы же в лес заброшенные ушли. Ладно, неважно. Давай, знаешь что, мы просто найдем отсюда выход. А что, так можно было, что ли? Я думаю, это будет легко. О, в прошлый раз же получилось, помнишь? Владус, Владус. Что, мы... с тобой, ну, Владус и Леня, это мы с тобой вообще, да? Ну да, Лень, это логично. Опять в этом чертовом закулисье! Да ладно ты, Лень, не переживай, ты подожди, все, сейчас выберемся, давай, пойдем за мной. Я уверен, что если пойти по тактике левой руки, берем левую руку и всегда заворачиваем налево. Всегда, 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 всегда. Ребята, я не знаю, как отсюда выбраться, мы будем ходить здесь кругами. Тут тупик. А если у тебя нет руки? Это печально. Ну тогда не знаю, правило левой ноги, наверное, неважно. Лень, давай за мной тогда. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Я сейчас по интуиции 100% найду здесь выход. Владус, что это за звук? Не знаю, Лень. Ну, звучит он очень страшно. Лучше давай пойдем. О, господи, Лень, смотри. Здесь, кажется, вода наверху. Что? Что происходит вообще? Потолок потих. А чё потих? Да, Лень, ну хватит приколов твоих. Давай за мной лучше. Сейчас мы все выберемся, ребят. Просто лайк поставьте, и у нас 100% получится выбраться отсюда. Лень, давай сюда. Здесь точно выход. 30 минут спустя. Лень, мне кажется, нам туда. Как думаешь? Не-не-не, Владус, не-не-не-не-не. Да-да-да, Лень, давай мы подойдем и попробуем туда запустить стрелу. Ха-ха, интересно, что там. Сейчас-ка, опа. Лень! Она просто взорвалась и все. Она должна была пропрыгнуть туда. Что, она туда не может залететь? Что за фигня? Не надо, не надо, ПЖ. Ой, Лень. Сейчас не понял. Тут ребус. Смотри, иди сюда. Сейчас угадаю, подожди. Пирог? Нет. Да какой пирог, Лень? Ты что, дурак, что ли? Ребят, да как не пирог? Лень, меня подожди. Ребят, напишите в комментариях, что здесь загадано за слово. Я думаю, что вы 100% догадаетесь. Тут так пахнет. Лень, сейчас, меня подожди. Давай, давайте, ребята, пишите в комментариях. Аккуратно, проходи давай уже, Лень. Ну... Ты дурак, что ли? Сказал же, пахнет. Это мерзость. Ты зараза такая! О, смотри, двери от сейфа. Я, кажется, понял. Владус, стой! Стой, стою, стою. Что тебе надо? Давай попробуем угадать, мы с тобой, что там внутри. Лень, я не собираюсь угадывать, что там внутри. Давай просто откроем и посмотрим. Не-не-не, у каждого три попытки. Ладно, я думаю, там куча золота. Это же сейф. А я думаю, что там... куча... просто куча. Кто-то навалил. Тяжело. Тяжело. Ты дурак, Лень! Ладно, давай просто откроем и посмотрим. Лень, Бен! Бен! Лень, у этого Бена ножик. В смысле? Кажется, Лень, он идет на нас. Леня, надо сваливать, бегом, бегом, бегом. Давай, давай, в этот проход срочно заходи. О, нет, 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 нет. Я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь.
Я боюсь. Я тоже, Лень, я тоже боюсь. Он идет прямо за нами. Давай, 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 валим отсюда. Сюда, нет, сюда. Ладно, давай, давай, просто спрячемся и все. Просто представим, что он за нами не побежит, и он нас не заметит. Тихо, спокойно. Спокойно. Смотри, он обратно пошел, Лень. Обратно пошел, нифига себе. Ты гений. У нас получилось его просто сбагрить. Собака сутула, это куда? Тихо, 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 все. Этот проход нас не интересует. Давай пойдем лучше отсюда подальше. Еще 30 минут спустя. Владус, как говорил Тугарин змей. Куда нам надо? Ну, ладно, Лень, пойдем туда. Да мы уже здесь бродим 30 минут. Снова вода капает, смотри, зараза такая. Ладно, это не важно. Просто главное, чтобы нас тут не затопило, согласен? Согласен. Лень, так тут просто длинный коридор, ты уверен, что сюда? Да-да-да, давай попробуем. Ну, ладно, давай, пойдем тогда, только аккуратно. Ой, что-то у меня голова, кажется, кружится. Такое чувство, что стены сдвигаются. Они реально сдвигаются! В смысле? Ой, бежим! Давай, что ты искал? Давай, беги скорее! Обалдеть, в смысле сдвигаются, что за фигня? Фу, я успел в последний момент! Владос! Давай, Лень, ты успеешь? Что ты стал-то, зараза? Я не могу, тесно! Ты дурак, что ли? Лень! Надо попробовать открыть эту дверь! Давай, зараза, открывайся! Сейчас Леню вытащим! Ты Леню не сдавишь! Или сдавишь. Лень! Владос! Лень, что с тобой стало? Леня, почему ты такой узкий? Ё-моё. 5 минут спустя. Это хорошо, что мы их нашли. Лень, наконец-то стрелочки. Ты как? Вроде получше уже. Ну, я бы не сказал, что прям совсем хорошо. Ну да, уже стало лучше. Давай. Лень, смотри. Тут портал в ад. Что он тут делает? Повезло. Это значит, что мы сможем выбраться через него. Да, Владус. Не, стой, Лень, погоди, с ним что-то не то. Он стоит неровно, смотри, раз блок, два, три, четыре, и он стоит ровно на половине блока. Это как вообще возможно? Владус, секунду. Я отойду. Ну, отходи. Да. Лень, ты чё там? Все, что всё-то? Выпрямился. А, ладно, давай попробуем телепортнуться, какая разница? Раз, два, три. Воу, почему я загорелся? Стоп, я что, в этой же комнате? О, Лень, и ты здесь? Ага. Пока, подожди, ничего не изменилось. Так это был не портал, кажется. Ничего не поменялось. Стой, Лень. Кажется, кое-что поменялось. Идем-ка за мной. Это что еще за чертовщина? Что с этим закулисьем стало, Лень? Куда мы попали? Это секретный уровень закулисья. Интересно. Наверное, ты прав, Лень. И чё, куда нам теперь? Давай туда. Ну ладно, давай туда. Может, мы что-то и найдем. Но как отсюда выбраться? Я уже устал здесь бегать. Ладно, неважно. Лень, меня подожди. 5 минут спустя. Лень, мы кругами ходим. Мы тут уже были. Видишь, это мой факел. Я их оставляю, чтобы не заблудиться. Ё-моё, ну как так-то? Ладно, неважно. Давай пойдем тогда в мою сторону, окей? О, нет. Лень. Нет. Бежим, Лень, бежим. О, черт, он за нами бежит. Давай, Ленчик. Господи, как же страшно. Давай, скорее. О, черт возьми, да что мы тебе сделали? Это Бен, зараза такая. Давай, Леня, валить нужно, валить. Фух, ребята, все, это свободный уголок. Забегай, сюда. Здесь у нас не найдет. Ребята, если вы хотите увидеть продолжение этого ролика, то подпишитесь на канал прямо сейчас. Вот здесь кнопка подписаться, нажмите на нее. Не будет продолжения, потому что мне страшно! Владос! Лень, если 10 тысяч лайков поставят, то продолжение будет. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь и смотрите другие видяхи на моем канале. Увидимся, пока!